Приветствую, друзья! Приветствую, дорогие люди! Нынче у нас говорящая голова. Я всегда считала, что контакт с аудиторией очень важен. С моей аудиторией, с моей любимой аудиторией. Поэтому я регулярно просматриваю комментарии на всех своих каналов. А у меня их аж четыре. Два в YouTube, два в Telegram. Где-то стараюсь ответить на вопросы, что-то прояснить, чем-то помочь, как-то поддержать. После вот этого видео которую я выложила на YouTube-канале, я получила большое количество самых разных комментариев. И вы знаете, один из наиболее популярных звучит так. Вы, наверное, хорошо выглядите и имеете силы так скакать, как раз потому, что не замужем. И недавно в телеграм-канале я э, рассказывала о своей жизни, о каких-то моментах в прошлом, э, показывала свои старые фотографии то давайте про замужество поговорим. И про мотивацию, и про то, откуда силы. Кстати, если вы еще не в Телеграм, там очень много тренировок, бесплатных обучалок танцам, ну и много личной информации. Ссылочка есть прямо под видео, либо в конце видео тоже будет ссылка на Телеграм-канал. Так вот, о замужествах. Замуж первый раз я вышла, когда мне было 19. Второй раз я вышла замуж, когда мне было 37. У меня трое замечательных, уже взрослых детей, коими я очень горжусь, которых я очень люблю. Забочусь о них, ну, насколько они мне это позволяют. Так что из 63 лет своей жизни 43 года я была замужней женщиной. И за время своих браков я пережила много разных событий. Это и крупное землетрясение на Шикотане. В тот момент я как раз была на девятом месяце беременности своей средней дочкой. И переезд в дальние края с маленькими детьми на руках. И жизнь в кабинете на почте. Это знаете, когда а вы занимаетесь половой жизнью? Да, я регулярно сплю на полу. Как раз таки мы спали на полу всей семьей. Ну, был такой момент, да. Не очень продолжительный, по-моему, месяца два. Ну и женой я была, в общем-то, такой же, как и многие. Мне нужно было ходить не только на работу, но и заниматься хозяйством, ну и детьми в перерывах между работой. А еще мы долгие годы дополнительно работали дома. У нас был маленький семейный бизнес, мы лепили пельмени на продажу. И до последнего дня раскатка у меня была механическая, и бросили мы это дело, во многом именно поэтому от монотонных движений в течение часа, там двух, у меня стала отниматься рука. Страшно валила спина. А, сейчас скажете, ну что там, разжаловалась? Нет, дорогие, я не жалуюсь. Вовсе нет. Я свою жизнь люблю. В ней было очень много и хорошего, и не очень, ну, как у всех. Дело в другом. Мы постоянно стремимся свалить свое нынешнее положение на других. Я хорошо выгляжу, потому что мужа не было, внуков нет. Всю жизнь я работала на тяжелой работе. А я работала на всякой. Бывало это и по две, и по три работы одновременно. Кто-то говорит, что я тайно колю ботокс. Ну и не буду перечислять много еще чего. Но ничего из этого не правда. А вывод простой. Если очень захотеть, можно в космос улететь. Конечно, случаются разные вещи в жизни. Что-то не в нашей власти, какие-то состояния не позволяют делать то, что делают многие другие, ну, без особых усилий. Но абсолютно в любом состоянии можно помнить, что ответственность за нашу жизнь в первую очередь в наших руках. Конечно, это не отменяет тех обстоятельств, которые мы не в силах изменить. Но это не повод сложить лапки и сдаться. Вот что я вам скажу, дорогие. Никто из нас не родился танцором, тренером, химиком или художником. Нам всем необходимо было работать над собой, чтобы стать лучше. Помните, дорогие, именно вы, творцы собственной реальности. Хотя кто знает, может быть, я выглядела бы еще лучше, если бы не была замужем. И, дорогие, если вы хотите больше личной информации, если вы хотите больше тренировок вместе со мной. Если вы хотите больше бесплатных обучалок танцам, переходите в Телеграм, ссылочка будет прямо сейчас вот здесь. Сейчас кто-то за мной скажет, ой, у меня нет Телеграм, я не знаю, как поставить Телеграм. И, и... Сами знаете. Так вот, дорогие, это лень мозга. Лень мозга напрямую ведет к старческой деменции. Поэтому с жадностью хватайте все то, что вам дает жизнь нового, интересного. Старайтесь идти в ногу со временем, в ногу со своими детьми, внуками. Хватайте все новое, исследуйте, изучайте, применяйте. Тогда до самой глубокой старости ум останется чистым, ясным и эффективным. Поэтому, дорогие, чтобы не стариться, чтобы молодеть, чтобы жить всегда в хорошем настроении и в радости, переходите сейчас по ссылке, подписывайтесь на канал. Я рада каждому из вас. И как всегда, всех вас люблю. Всем пока.